Привет, как тебя зовут, из какой школы? Привет, я Дима из 54-й. Какая у тебя команда, КВН? Моя любимая команда. Так и называется? Да. О, ну классно. И давно ты участвуешь в КВН? Где-то в районе 2 лет. И нравится ли тебе это? Да, получаю огромное удовольствие. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые! На сцене команда КВН «Моя любимая команда». Новый сезон городской школьной лиги уже начался, поэтому... Зачем тебе самовар? Во-первых, это не самовар, а волшебная лампа. В смысле? Ну, Алладина смотрел? Ну да. Лампу потри. Ну и чё, она не работает. Вообще ничего не понятно. В общем, уважаемые, как вы уже заметили, единственное, чем блещет наша команда, это самовар. Ну что, поехали! Сколько у вас человек в команде? 10 человек. Ого, почему так много? Ну, дело в том, что из старичков, те, кто учится в 11 классе и скоро выпустится, осталось всего лишь 2 человека, даже 3. И надо было кого-то оставлять в команду, чтобы команда жила. Тем более, команда из 54-й школы, она уже считается как ветераном этой сцены. Вот. И мою любимую команду помнят, наверное, абсолютно все. А как появилось название, может быть, помнишь? Ну, вот это я не помню, потому что я пришел в команду, когда... Команда называлась «Киви». Да, тогда ее переименовали, и я не знал абсолютно никакой истории. Я просто играл ради своего собственного удовольствия, и просто в этом году решили переименовать заново мою любимую команду. Понятно. Сынок, мы тут с папой посовещались и решили, что если ты хорошо закончишь четверть, мы купим тебе путевку в Таиланд. Давай, показывай свой дневник. Ну, мам, понимаешь, у меня тут Максим Чукуевка.